Ну? Танака, дай мне свои трусы. Вы извращенка? Танака, дай мне свои трусы. Вы извращенка? Да что с вами происходит? Это странно. Хватит тянуть время. Снимай уже. Да снимай ты уже. Так я смогу испытать свое новое изобретение. Под названием Даштан мгновенный дезодорант. Даштан. И спускай загадочные электромагнитные волны на свою цель, которые позволяют мгновенно избавиться от любого запаха, отправляя его прямо на небеса. И он самоходный. Не думаю, что в нем есть какая-то польза. В любом случае, нам нужен испытуемый, чтобы проверить его невероятные способности. Поэтому мы поговорили с Тимошитой и решили, что самым похожим источником запаха в этой комнате будут... только твои трусы, которые ты носишь. Поздравляю! Это было как-то грубо. А теперь, давай, снимай свои трусишки. Мы совсем не против. Но я совершенно против этого. Что я вам такого сделал? Прекратите уже, пожалуйста. Почему бы нам всем троим не принести что-нибудь? Верно. Все-таки чем больше у нас будет образцов, тем лучше. Что скажешь, Тимошита? Я думаю, что это звучит вполне разумно. Что ж, тогда ладно. Так уж и быть, мы тоже внесем свой вклад. Однако это в последний раз. Пожалуйста, делайте так постоянно. Ты вообще понимаешь, что заставляешь девочек снимать трусы? Какой же ты все-таки никчемный! Нет, вообще-то я не это имел в виду. Танака, ты отдашь свою обувь. Ямашита отдаст свои носки. А я тогда... пожертвую науке эти колготки. Что ж, мы готовы. Ладно, Ямашита, я возьму твои. О чем это вы? Видишь ли, вы должны понюхать каждый предмет. Чего удивляешься? Мы ведь должны понять, сработал ли мой прибор. Что ж, я занюхну первый. Понятно. Конечно же, это носки школьницы, которые носят их до конца занятий. Это очевидно. Ты следующий, Танака. Дурак, ты сам вырыл себе могилу. Это была твоя идея, так что отказаться от нее ты точно не сможешь. Настал твой час. Сейчас ты понюхаешь поношенные девичьи колготки и испытаешь стыд от обсуждения. Ну же, начинай уже возмущаться. О, похоже, он уже начал. Понятно, ты сразу приступил к делу, чтобы скрыть свое смущение. Однако, как-то совсем неубедительно, Танака. Да я ведь уже вижу, как ты покраснел. Воняют. Ну, если бы они не пахли, то эксперимент бы прошел зря. Ну, это да, но ведь они просто... воняют? Что? А так все и должно быть? Сэмпай, дай-ка их на секундочку мне. Нет, они нормально пахнут. Ты шутишь? Мои носки пахнут точно так же. Ну ладно, тогда дай я понюхаю твое. Нет, колготки головы воняют куда хуже. Говорю же, такие же. Ямашита-сан, ты не поймешь, потому что это твой собственный запах. Колготки головы воняют прямо как 8 твоих. Они не воняют. Ну, мы все поняли, так что пойдем. Дезодорируем это. А вот и нет. Им это не нужно, ведь они не воняют. Научный клуб. Но ведь чувствуется же, что они воняют. Неправда, неправда, неправда. Неправда. Сними и так, все в порядке. Давайте почистим их, пока у нас есть такой шанс. Если ты не знал, то запах у каждой девочки уникален. Но это все равно совсем не мило. Они же воняют, как рота солдатов. Да они вообще не воняют. Воняют. И это доказанный факт. Глава! Не, лежи хайхо с вами Рико Скай, и вы на моем оптимистическом канале. Спасибо за просмотр. Я вам желаю удачи. Пока.